Будем готовить вот такой вкуснейший тыквенный пирог. Вот такую вот тыковку красивенькую. Очищаем ее от кожуры и будем перекручивать на мясорубке. А что там еще у меня? Перекручиваем тыкву на мясорубке. Сто 180 грамм сахара. Добавляем 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Грамм муки сюда отправляем. И все это мы хорошенечко перемешиваем. Нашей тыквы вот вытекло немного воды, мы ее убираем, чтобы максимально у нас меньше было жидкости. Вбиваем 2 яйца к нашей тыкве. Перемешиваем все это. Выпекать в мультиварке, поэтому мы наш маргарин отправляем сюда сразу, и здесь мы его растопим. Как раз и смажем нашу формочку. Добавляем муку к нашей тыкве. И добавляем растопленное масло. Теперь все это мы хорошенечко перемешиваем. Отправляем наше тесто в нашу форму. Все, отправляем запекаться наш пирог. Выбираем меню выпечка на 50 минут. Вот так вот прошло 50 минут, и наш пирог уже готов. Добавляем наш пирог сахарной пудрой. Сейчас разрежем, посмотрим, какой он в середине получился у нас. Вот такая красота у нас получилась. Пробуйте, готовьте и до новых встреч. Пока-пока.